Добрый вечер. Меня зовут Андрей Яценко. Я основатель инновационного сервиса в ЖКХ, аналогов которого у нас в России пока нет. Все мы сталкиваемся с бытовыми проблемами каждый день. Все люди попадают на затопление. Я сам лично затопил 5 этажей в свое время. У нас часто ломается электрика, какие-то розетки искрят. Нас правительство обязало обязательно проходить проверку счетчиков и опломбировку. Это делать должна управляющая компания. Что мы делаем, когда у нас происходит проблема? Первое, что на ум приходит, конечно, в крупных городах работают сервис-агрегаторы. Они отлично работают, мы можем определить туда заявку, придет, откликнется мастер, мы его посмотрим, отзывы оценим. Но все равно мастер придет, он не выдаст ни чека, ни гарантий за услуги. Ну и, собственно говоря, мы сами остаемся с этим мастером один на один. Этот сектор занимает 5% рынка, по нашей оценке. Большой спрос идет в регионах, обычно идут к соседям и, в принципе, вместе с соседом решают свою проблему. В регионах это особо сильно развито, в Москве не очень. И самое популярное, конечно, все обращаются в управляющую компанию. Но, к сожалению, фильм 1974 года, и у нас сектор ЖКХ особо сильно не изменился. Его также население не любит, мастера приходят неопрятные, необязательные, не в назначенное время. И, конечно же, иногда даже закрывают заявки не чеком, не договором от управляющей компании, а просто себе в кэш кладут. Мы анализировали этот рынок и поняли, что именно идти туда надо в сектор ЖКХ. Мы внедрили и сделали для них маркетплейс, который кастомизируется и вешается на сайт управляющей компании. Мы дали им личный кабинет для пользования заявок. Мы сделали круглосуточный контактный центр. Обеспечили все гарантии качества для управляющей компании и сделали B2B-сервис для них. Наша схема работы на B2B представляет определенную схему юридической тонкости. Делаем заявку, выполняем, акт отправляется в электронный документооборот, наши все мастера ИП-шники подписывают и получаем доход. Краткое сравнение конкурентов. Рынок B2C сам составляет 303 миллиарда рублей в России, это информация 2017 года. Мы на рынке представлены с 2017 года, нам 2 года, первый же год мы сделали объем 56 миллионов рублей. Обороты все проходят через наше юридическое лицо. Во втором году мы делали прибавку 51% и хорошо развиваемся. Наша команда полностью укомплектована, мы активно продаем, у нас очень много заказов, постоянный рост. На данном слайде, я извиняюсь за помарки, видимо, формат не тот получился. Мы работаем на телекоме, ритейле, энергетике, ЖКХ. Все эти бренды наши поставщики заявок. Мы предлагаем инвестиции в нашу компанию. У нас есть уже сит-раунд. В 2017 году вошел бизнес-ангел. Сейчас мы выходим на 2 миллиона инвестиций с расчетом в 2022 году выходом на 8 миллионов продажу стратегу. Продажа стратега уже нами интересуется, и в принципе этот рынок очень перспективный, и в районе 5 лет, я думаю, что мы на нем сделаем хорошие деньги. Спасибо за внимание.